Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильный навигатор от компании Globex, модель GE516. Поставляется в фирменной упаковке. Данная модель навигатора идет с навигацией Navitel. В комплекте у нас находится инструкция по карте Navitel. Сам навигатор, 5-дюймовый дисплей сенсорный, полностью корпус пластиковый, видим, крепление у нас магнитное будет. Динамик находится по разъему, у нас разъем для подключения наушников, слот под microSD-карту, также разъем mini-USB для питания и кнопочка Reset. В комплекте имеется также оригинальный гарантийный талон. По аксессуарам, это магнитное крепление присоской, регулируется полностью по всей плоскости, крепится очень просто. Таким вот образом навигатор крепится, и как мы видим, даже при сильной тряске все отлично держится. USB кабель, адаптер питания в прикуриватель на 12 вольт и подробная инструкция по эксплуатации. Навигатор сейчас подключим на питание и пройдемся по его функционалу. Подключили навигатор на питание. В течение нескольких секунд он загружается. Загрузился. У нас по факту это полноценный планшет, потому как кроме навигации здесь можно прослушивать музыку, просматривать фильмы, фото. Также предустановлены здесь некоторые игры. Операционная система, кстати, здесь Windows CE. Калькулятор имеется, также FM-трансмиттер, можно все звуки, которые воспроизводит навигатор, выносить на громкую связь, то есть на акустику автомобиля. Также GPS-инфо, то есть все связь со спутником, но мы сейчас по помещении, он ничего не покажет. Ну, информация по Windows CE. Навигация у нас Navitel. Версия 9.8. В принципе, полностью интуитивная, понятная данная навигационная система. Можно посмотреть, какие страны. Здесь предустановлена карта Украины подробная, то есть только по Украине можно кататься. При покупке на данную модель навигатора обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.